Всем здравия! Хочу сделать сегодня небольшой такой сюжетик по поводу одной зверюшки, которую мы здесь, ну, волей судьбы она к нам пришла, и пришлось нам ее выкармливать. И склеил, в общем, из нескольких там временных периодов видосик. Может, кому-то будет интересно, как мы эту зверюшку выкормили и как она в итоге была выпущена на природу успешно. В общем, вот кому интересно, подключайтесь, смотрите. Ребята, вот второй день. Вчера подошел прямо к самой палатке, утащил его в лес. Мамку там видел, утащил в лес, посадил его. Сегодня пошел делать канализацию. Он в яме сидит. Представляете, что делать? Не знаю сейчас. Но он худой, впечатление, что даже не ел. Ладно, благо у нас козы. Сейчас поедем, его попробуем, попоим молочком и это. Посмотрим, что с ним делать дальше. Первые капельки берет, что-то, ага. Самое проблемное — это вот первые шаги к соске, потому что косуляты очень сложно берутся. Но мы более настойчивы, мы, конечно, всю эту ситуацию решим. Давай. Все, начал, молодец. Отлично, молодец. Хорошо. Красавчик. Писем. Мамка же вылизывает их. Ай, писит, ай, молодец. Поели мы. Поел мой красивый. Пись, хорошо. Пришла. Кто там? Фонь. Нянька пришла. Вот клеточку я сделал какую. Вот. Сейчас только что сделал, сколотил. Ну, нормально, тут зато на травке здорово все будет. Все, тут моя палатка. Короче, вон наша конюшня там. БМК. Бэма, ты мой хороший. Бэмулька, посмотри на меня. Малышка. Вот места у него сейчас много, здесь все проветривается хорошо. А самое главное, нянька всегда здесь. Няня, хвостиком помаши. Хвостиком. Молодец, девочка. Все, сейчас мы уже в надежных руках. Да? Фонечка, никому не отдадим Бэмку. Никому. Нянечка всегда на месте. Бэмка. Бэмби. Уже все, он уже вот. Бэмби, малой. Все. Все уже, пацанчик, все уже освоился. Красавчик. Ну, все уже освоился. Да ты мой хороший. Молодец, все. Выкормим тебя, не переживай. Ты у нас уже что-то по подсчетам где-то уже ближе к двадцатке уже подходишь. Ближе к двадцатке. Штук 15 мы уже выкормили точно. Нянька что-то залаяла. Ох, она какая нянька. Ну все, давай сейчас отдыхай. Сколько ты? Сегодня ты хорошо у нас поел. Бэмби, вот мы какие красивые. Нам уже тут третий день, как мы здесь. Все, уже благополучно, уже и сосочки козье молочко попиваем. Короче, все у нас нормально. Сейчас подрастем, перейдем на взрослую пищу и, наверное, на волю мы его отпустим. Ну, так будет, наверное, вернее, справедливей. Малой, хороший мальчишка. Пацанчик назвали Бэмби его. Бэмби. Ребята, день 5. Малышка уже совсем освоился. Молочко уже пьет. Все, писаем, какаем. Все хорошо. Какашки были немного, начали быть жидкими, потому что все равно молочко, все равно не идеально мамкино. Но
путем там энтерофурил, еще некоторых там препаратов, все наладилось, какашечки стали хорошие. Все, то есть все здорово. Живем дальше. Сейчас покажу, какие мы уже стали большие. Где у меня самый красивый? Где у меня самый красивый мальчишка? Вкусные листочки. Ой, мы как их любим. Какие вкусные листочки, мой хороший. Вот, мы уже выпиваем сейчас за раз почти литр молочка козьего. Ты мой самый главный, ты у меня вообще. Самый-самый главный. Все, скоро мы сейчас тебе тут расширим, и место у тебя будет бегать, ой-ой-ой, сколько будет. Вот, нам уже где-то примерно, ну, уже почти 3 недели. Вот такие мы уже здоровенные стали. Здоровенные, любим чесаться. Вот и мы какие хорошие. Да? Вот такой, скажи я, самый главный тут в нашем огороде. Самый главный. Ну вот. Ребята, вот малышка у нас уже, это уже где-то 3-я неделя, уже начинает, уже травку вовсю ест, веточки, и молочка уже выпивает почти, ну, чуть ли не литр, где-то на 4-разовое питание уже. Бэмби, да ты мой самый главный, давай-ка у меня попей молочка. Вот свежая, каждый раз свежая козья поддаиваю, чтобы его не подогревать, прямо из-под титьки, из-под козьей. Очень активный, все-все у нас как бы какашечки хорошо, то есть все налажено. Как бы, ну, нормально, кишечник работает вообще исправно. Ну, козье молоко, оно универсальное вообще, это как бы штука такая абсолютно, скажем так, подходит к многим животным. Все, что ты еще все дадим, милый мой, не волнуйся. Быстро ко мне, быстро, 1, 2, 3. Вот такие мы хорошие. Ну все, будем дальше снимать, показывать, как он у нас будет расти. Процесс, ну и, наверное, мы его будем решать, либо выпускать его на волю, либо, ну, посмотрим, что с ним делать дальше. Как бы основные инстанции уже у нас, как бы, информированы, и, ну, порешаем там, решим, что делать дальше. Ну вот как. Ну пошли, зверюшка. Короче, молоко только надоил. Ест только свежее. Если вот постоит немного, давай, Дима, самый главный. Вот такой он уже большой. Иди сюда. Иди, 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 иди. Давай. Он уже какой здоровенный вымахал. Самый ты красивый. Ну чё, не торопись. Ну, он уже почти наелся. Что-то я телефон-то позже включил. Давай, смотри. Короче, что хочу сказать. Буквально вчера, я не помню, вчера или позавчера, пришел, он спокойно выскочил, гуляет здесь уже. Короче, и уходить никуда не собирается. Ему тут прекрасно. Собака лежит рядом, на него смотрит. Они уже познакомились. Она его лижет. Короче, он уже как свой стал. Ест у нас вот веники березовые, трескает только так. Ну и не знаю, вот что сейчас с ним. Либо убежит на улицу, выпустим, либо... Ну, вот говорю, вышел и даже никуда не решился убегать, уходить. Ну вот такие вот дела. Ну вот, сегодня мы уже будем отправляться на природу. Ну, уже большие стали совсем. Все, надо это... С молока мы уже его сняли. То есть сейчас он уже четко, очень успешно поедает ветки. Березовые. Да вообще траву хорошо ест. Кимой самый красивый. Все, нам скажи уже, ой, нам уже, мы уже большие стали. Большие совсем. Ветер сегодня какой-то прямо сильно-сильно. Такой звереныш вырос, красавчик. Ну, оставлять его, самец. Самец подрастет, начнет. Рожки вырастут, начнет показывать характер. Так что лучше пусть он на воздух. На воле ему будет классно. Я его куда-то на прикормочную везу сегодня. Да, мой хороший? Ну все, всем скажи до свидания. Может, когда еще свидимся.